Добрый день. Хочу поделиться с вами советом, как сделать вашу жизнь более осмысленной. Часто мы погружаемся в такую рутину ежедневную, и моя рекомендация – делать каждый день одно дело, которое изменит вашу жизнь на много лет вперед, на 5, на 10 лет. Да? Например, пример из моей жизни – поменял задние пружины у автомобиля. Прошло 12 лет, я поставил номер. Я сразу чувствую изменения, что машина стала ездить плавнее и легче проходить через неровности. Либо убрал провода в плинтус. И теперь у меня в квартире меньше всяких некрасивых вещей валяется. Вот, то есть такие вещи, которые постоянные. Да? Пример непостоянных вещей, да, временных, там, я не знаю, там, подстригся, прогладил белье, да, то есть вот какие-то такие совсем бытовые вещи, которые нужно делать там каждый день, каждую неделю. Вроде сделай, потом раз снова нужно делать. Вот, поэтому старайтесь находить ежедневно такие вещи, которые прям вот качественно изменяют что-то и носят такой фундаментальный характер, скажем так, инвестиции такие в основные средства. Спасибо большое за внимание. Ставьте лайк, подписывайтесь, если вам понравился этот совет.